За прошлый год в Мозыре те, кому еще нет 18, совершили 69 преступлений. Произошел существенный рост числа правонарушений. Подростки употребляют наркотики, воруют, дерутся. Неутешительный итог 2016-го подводит заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облсполкома Евгений Миткевич. Статистику проанализировали, сделали определенные выводы. Необходимо менять подходы в профилактике, работать с каждой семьей, которая попала в поле зрения правоохранителей, индивидуально. В этом году надо больше внимания обратить на индивидуальную работу, в первую очередь с теми подростками, которые уже совершили противоправные деяния, которые состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, признан находящимся в социально опасном положении. Вот с этой категорией и тоже провести работу с родительской общественностью, с родителями, потому что очень много преступлений, которые совершены при попустительстве родителей. Одно из резонансных дел прошлого года. Четверо подростков, двое из которых школьники, кстати, все из вполне благополучных семей, совершили серию краж из автомобилей. Почти 15 эпизодов. Малолетние преступники в свободное от учебы время сливали бензин, воровали магнитолы, аккумуляторы. Стереотип о том, что на преступления решаются лишь дети из неблагополучных семей, давно опровергнут конкретными примерами. Подросток – это еще не сформировавшаяся личность, которая легко поддается чужому влиянию. От негатива ребенка должны защищать в первую очередь родители заботой, вниманием и бдительным контролем за тем, где и с кем он проводит свое свободное время. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, Олег Фицнер, телеканал «Мозырь».